Если это окажется правдой, то год станет для многих геймеров просто лучшим. Всем привет, с вами Рутни, и это игровые Блиц-новости. В сети появилась информация о эксклюзивах Sony, которые должны выйти на ПК в этом году. В списке числится целых 5 проектов. Первым должен выйти якобы ремастер The Last of Us 2. После него будет God of War Ragnarok. В середине года нас ждет Demon's Souls. Ну а в конце года якобы на ПК выйдут Цусимка и Gran Turismo 7. Официально эту информацию, конечно же, никто не комментировал. Но если это окажется правдой, то гуляй, ПК-бояре. Ребятушки, у меня тут открылся свой сервер Minecraft. На нем проходят тематические сезоны с наградами. Пока что вход свободный. Вам достаточно написать у меня в Дискорде «хочу на сервер». Поэтому, если играете в Майн, залетайте. CD Projekt Red объявила о прекращении поддержки старых ОС. Windows 7, 8 и 8.1. Игры студии на этих ОС перестанут получать обновления. Но работать, конечно же, будут, не переживайте. И вот даже интересно, какая винда у тебя и почему? Пиши в комментариях. У меня лично 11-я. Полностью ей доволен. Ну и хорошая новость для всех фанатов Mortal Kombat. Съемка второй части фильма успешно завершена. В фильме нам обещают прямое продолжение первой части, а еще появление новых персонажей. Когда же ждать картину в кинотеатрах, пока информации нет. Но по слухам это должно произойти в конце этого года, либо в начале следующего. Ну и ваш вопросик из комментариев. Мое мнение, когда выйдет Half-Life 3 и выйдет ли она? К сожалению, тут не может быть никакого моего мнения. На этот вопрос могут ответить лишь Valve. А там, собственно говоря, тишина. На самом деле, разработчики уже рассказывали, что несколько раз пытались приступить к разработке Half-Life 3. Но дальше концепта проект так и не сдвигался. И в итоге от него решили отказаться. Но вот, например, Half-Life Alyx тоже никто не ждал. А он взял да и вышел. Поэтому как знать, что нас ждет в будущем? Кто досмотрел до конца? Трунь.